Всем привет, северного степного Крыма. У нас контроль осыпи клеща после второй обработки основных семей. Семья номер один. Покажу. Вот они. Есть осыпь клеща. Краям посмотрим, вот клещи. Вот клещ. Пчелы повыносили уже с утра. Это надо вставать в 4 утра. Вот сейчас покажу здесь тоже вам. В общем, есть клещи. Есть особь клеща. Что неудивительно, прошло 7 дней после обработки. Повылазили новые клещи. Пластина эффективно, ну, обработка пластинами эффективно первые дня 3 идет. Вообще первая особь основная за ночь. Он весь высыпается. Вот эти клещи. Есть особь клеща, вон там понабивались сейчас. Вон в дырку. Клещи, то есть пчелы их явно выносили. Пчелы явно выносили клеща. Что я вам скажу. Десятка три есть здесь. Клещи. Уберется. Я только забрал, еще пчелы не слетели. А, мертвых пчел вот. Вот они, кстати, сейчас покажу. Умершие пчелы. Это вот такие вот бескрылки. Вот такие вот. Бескрылки какие-то. О, бескрылка, видите? Больные бескрылки, они умерли. Из-за обработки. О, как-то так. О, клещей сколько. Вынесли тоже довольно-таки много. Потому что я сразу, когда пришел на прилетке здесь тоже. Видел клещей. Ну, как-то так. Сказать вам все в клещах. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Полынь рулит. Клеща бьет. Сейчас на пчелах не будет ни одного клеща. И не будет в семье ни одной. Ни бескрылки. Ничего. А потом опять полупится расплод. Через 7 дней опять будет то же самое. Итак, пока финальную обработку не проведем, и весь расплод уже не выйдет. Ну, все. Спасибо за просмотр. Всем пока.